Следственный комитет разыскивает гражданина Узбекистана Каримжона Нарколова. Его подозревают в убийстве своей гражданской жены, 43-летней москвички. Летом они вместе приехали в Александров, подрабатывали на стройках, много пили и часто ссорились. По версии следователя, несколько дней назад, во время очередного конфликта, Нарколов нанес женщине множество ударов ножом. Она скончалась на месте. Сейчас мужчину разыскивают. На вид ему лет 50, худощавый, был одет в камуфляжный костюм. А бороться с преступностью во Владимире теперь будет полковник Алексей Петриков. Он возглавил УВД города вместо Александра Разова, которого два дня назад избрали сити-менеджером Суздаля. И как раз из Суздальского района к нам прибыл новый главный полицейский. Алексею Петрикову 47 лет. Начинал он свою карьеру в конце 80-х помощником дежурного, потом был участковым опером. С 2005-го руководил отделом внутренних дел Суздальского района.